С начала отопительного сезона в регионе зарегистрировано 282 пожара в жилых секторах. Большая часть из них произошла из-за неосторожного обращения с огнем. Также 8 человек погибли от угарного газа. На сегодняшний день в области установлены датчики обнаружения угарного газа более чем в 1700 домах. Подробнее в сюжете. С начала отопительного сезона в регионе участились пожары. С октября по области в частных жилых домах произошло 282 пожара, во время которых погибли 11 человек. По словам специалистов, чаще всего пожар случался в неблагополучных семьях, которые злоупотребляли алкоголем. Также неправильное пользование отопительной печи. Это приводит к случаям отравления угарным газом, в результате чего погибли 8 человек. Количество людей, погибших от угарного газа, составило 8 человек. В 62 случаях смертельное отравление от угарного газа наступило в ночное время в период сна. Часто встречающимися причинами отравления угарным газом это являются прогары и трещины в конструкции печи, забитый дымоход и закрытая заслонка. Количество травмированных людей от угарного газа за этот отопительный период уже составило 32 человека, из которых 17 – это дети. В 26 случаях отравления угарным газом пострадавшие получили также состояние сна. Главная причина возникновения пожара – неосторожность при использовании огня. Также несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей и печей, отмечают специалисты. С начала отопительного периода спасатели объехали более 315 тысяч дворов и провели разъяснительную работу для 537 935 человек. Почти в 81 тысячи домах были выявлены нарушения правил пожарной безопасности. На сегодняшний день продолжается работа по установке датчиков угарного газа. Только за этот прошедший период было установлено порядка 1700 датчиков. Такая профилактическая мера направлена именно на защиту наших граждан от угарного газа. Только за этот период уже благодаря сработке данных датчиков была спасена жизнь одного человека. Если же проводить статистику, то только за последние 5 лет в результате сработки данных сигнализаторов было спасено 23 человека, из которых 17 – это дети. Особое внимание в обеспечении пожарной безопасности уделяется социально уязвимым слоям населения. Разъяснительная работа проведена более чем в 8 тысяч домах, где проживают данные категории граждан. Айнур Хасым, Айолумбахтказа, телеканал «Семей».